центральном парке отдыха города Видное состоялся День открытых дверей, организованный сотрудниками детской школы искусств. Мероприятие в таком формате прошло впервые. Посетители парка смогли не только хорошо провести время, но и больше узнать о работе ДШИ. Мы единственное учреждение в городе Видном, которое дает, можно так сказать, профессиональное образование. После окончания нашей школы детки, которые у нас закончили курс обучения, могут поступать, выбирать свои профессии, данные направления, по которым они учились. Сотрудники учреждения подготовили мастер-классы, где наглядно показали работу 9 отделений школы искусств. Например, здесь можно было увидеть игру на ударных инструментах совсем юных воспитанников ДШИ. Подходят, все спрашивают, хотят учиться. Ну, кажется, что все это легко и весело, все блестит, вот, и музыка красивая. Ну, не все, конечно, придут, но сегодня всем нравится, все хотят учиться. По соседству все желающие могли попробовать себя в изобразительном искусстве. На примере работ своих учеников преподаватели рассказывали об основах рисования пастельной техникой. Здесь мастер-класс рассчитан на различную возрастную категорию. Люди приходят и взрослые, и дети, как бы все рисуют с удовольствием. Родители, чьи дети уже учатся в ДШИ, делились впечатлениями. Моя дочь занимается в школе искусств уже с 4 лет. В принципе, она делает успехи, у нее есть диплом и первой степени, и второй степени. Она участвует в различных конкурсах. Ей это очень нравится с самого раннего детства. Мне очень понравилось рисовать, и мне кажется, что я нарисовала, в принципе, нормально. Рядом ученики 2 и 4 классов проводили урок на открытом воздухе. Под присмотром своего учителя молодые художники с натуры рисовали мост. Это очень интересно, поскольку рисовать на пленэре – это эмоции новые, и видим все с натуры. Это гораздо интереснее, чем сидеть в классе. На сцене проходил концерт исполнителей на музыкальных инструментах и вокально-хорового отделения. Зрители услышали знакомые классические мелодии, народные и военные песни. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ.